Научно-практическая конференция, посвященная теме гражданско-патриотического воспитания, открылась в школе номер 56 города Иваново. Подобное мероприятие проходит уже второй год подряд. На этот раз его участниками стали специалисты, развивающие инновационные формы и методы работы в сфере патриотического воспитания. Прежде всего, это педагоги из Ивановской и соседних областей. Программа большая, три секции, которые будут заниматься и на опыте Великой Отечественной войны, на опыте историческом нашего края, на опыте интернационального воспитания детей. Вот, так сказать, будет. Дело в том, что конференция всегда проходит, не просто кто-то читает какие-то лекции, приезжают преподаватели из своих школ, и они рассказывают, как они делают там. Это в большей степени обмен опытом. Тема гражданско-патриотического воспитания непростая. Разобраться в ней подчас сложно не то что детям, но и взрослым. Для меня патриотическое – это не только то, к чему я отношусь, ну, как к своему, к своей родине, к тому обществу, культуре, в которой я родился, вырос и чувствую себя, естественно, еще и там, где меня воспринимают в качестве своего. И в этом смысле работа по патриотическому воспитанию для меня нам во многом ориентирован на то, чтобы помочь понять, ну, нам самим и подрастающему поколению, частью чего они являются. Потому что человек формируется ведь не в вакууме, человек формируется в условиях культуры. Верные друзья и партнеры 56-й школы – Белорусский национально-культурный центр «Крыница», который не только в теории, но и на практике старается укреплять межнациональные связи и сохранять дружеские отношения между народами. Во-первых, мы являемся центром проведения всех мероприятий, так или иначе связанных с дружбой России или Белоруссии в городе Иваново. Мы активно сотрудничаем с национально-культурным центром «Крыница», и в рамках нашего сотрудничества мы не раз посещали Республику Беларусь, знакомились с достопримечательностью этой прекрасной страны и заключили договор о сотрудничестве с Оршанской школой номер 20. Традиционным итогом этой конференции станет сборник докладов, который можно будет использовать как практическое руководство в вопросах, связанных с современным патриотическим воспитанием во всех его аспектах. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.